Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов провел рабочую встречу с главой города Губкинского Андреем Гараниным. Они обсудили социально-экономическое развитие муниципалитета в ближайшие 3 года. Одной из главных тем стало строительство. Первое, что мы хотели бы сделать в нашем городе, это увеличить темпы строительства жилья. В настоящий момент за последние 3 года динамика жилья оставляет желать лучшего. Если в том году мы ввели 2400 квадратных метров, позапрошлом меньше 1000, и позапрошлом тоже меньше 1000. Этот год у нас динамика идет в лучшую сторону. Под переселение с аварийного жилья мы планируем ввести 3 дома общей площадью 7 тысяч квадратных метров. И под коммерческое строительство 2 дома на 1200 квадратов. По словам главы муниципалитета, в данный момент разработана концепция развития Губкинского. По заказу фонда жилищного строительства в городе уже возводится 11 домов. Идет работа по обеспечению микрорайонов инженерной инфраструктурой. Одна из важных задач – строительство социальных объектов. До 2022 года в планах сдать 2 школы и ввести в эксплуатацию 3 детских сада. Первый детский сад «Тумка» на 330 мест практически достроен. Сдача планируется в этом году.